Так, нахожусь на поселке Рынде. Время сейчас 13:20. Вот. У нас вот эта женщина, продавец или кто она, не знаю, продавец или кто она здесь. Сарай. А, вот она представилась уборщица. Чего не смеетесь-то? Не смешно! Не поняли, да? Это Россия! Она вот эти пирожки, она вот это. Вот эти пирожки сидела там и вот с этого ящика выкладывала сюда, причем руками. То есть на руках я не видел никакие перчатки, там пакет или еще что-либо. И вот у нее продукция, так называемая, есть, тоже без срока давности, в обычном каком-то пакете. Пакета, которые запакованы, неизвестно, котлета тоже бессрочная. Я так понимаю, здесь очень много чего бессрочного. Вот, что у нас здесь еще? Немного-таки иди отсюда, иди в другой. Женщина, я вам вопрос уже не задаю. Вы успокоитесь? Вы маску оденьте, и потом со мной если... разговариваете. Вообще здесь не дышите без маски. Масочный. Ну и что дальше? Вы переживаете, что зараженные? За... специально приходите сюда заражать людей? Да, я специально увидел, что вы пирожки руками берете. Я вас заставил руками пирожки брать, да? Да. Еще что я вас заставил сделать? Без маски зашел. Я просто похлопаю. Без маски? Да. Так я вас ничего не покупаю. Передумал, и потому что вот это... Вы... Еще какое? Вот, хорошее слово нашел. Вы чувствуете, что вам за это ничего не будет, что ли? Делай, что хочешь со мной. Вы что, считаете себя безнаказанным, что ли? Без, это как там? Зачем ты меня? Зачем ты здесь продукцию? Бессмертная, что ли? Ты что, бессмертная, что ли? Да, бессмертная. Ты бессмертная? Мне не сегодня, так завтра умирать. Мне уже 73 года. Так а зачем ты людей-то травишь-то, я не пойму. Иди нафиг отсюда, а? Иди быстрее отсюда. Нет, я не пойду, я еще не все снял. Мне книгу жалоб нужна. А что за забегаловка здесь, я не пойму. Так. Что? Вот, ребята, ребят. Урода, сниму без маски. Сейчас сниму, чтобы давай, без маски. Давай, падает. Давай. Давай. Давай, вот. Кошаки, наверное, тоже на прилавке, наверное, сидят, спят, наверное, у нее уже. В Инстаграм сразу выставляй. Женщина неадекватна. Не твое дело, куда я буду что выставлять. Смотрите на эту женщину неадекватную. Она как трясется за свою просрочку ему. Книгу жалоб, пожалуйста, мне предоставьте. Руденко Анна Васильевна, свидетельство. Дата рождения 04-04-973, город Владивосток. Вот. Присвоили какого-то ей здесь... Руденко. Ну что, женщина опозорила магазин о том, что здесь продают просроченный товар. Вот тоже мандарины. Мандарины тоже бессрочные. Бессрочные. Косточки вот на них уж. Ой, дохлятиной запахло. Вот, смотрите, у ребятушечки помидорки подгнившие. Вот она сочится. Капустки чуть-чуть. Вот это на супец уже. Это на борщ получается. Исходя из ингредиентов, будет уже складываться, ну, собственно, блюдо. Чуть-чуть макаронов на суп вот уже есть. Спагетроны кто-то делал. Семенов насыпали, блядь, шкарлупки. Мне как макароны-то вот и перебирать. Что еще? Яйца. Вот такие яйца здесь у нас, тоже 1/10, первый сорт. Вот, что еще? Ну и остальная вот квашеная капуста. Квашеная капуста. Вот, она тем более, видите, что течет. То есть я ее взял, она течет. Ну правильно, что она слишком острая. Также здесь находится, ух ты, нифига себе,
Вот это да, прикол. Я беру квашеную капусту, а там вентилятор работает. Это, наверное, больше злость. Что у нас здесь еще? Вот тоже у нас здесь находится бессрочная, это самое, вот с маркировкой 148, капуста какая-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребятушечки, ой-ой-ой-ой-ой-ой, бананщики, вообще нормальные, смотрите, почти не гнилые, вообще сытные, охренеть, да я тут... Вот, и огурцы. Огурцы тоже бессрочно, они уже, не знаю, заморщились. Вот. Какашечная продукция здесь тоже есть, как во всех других магазинах. Так, что у нас еще здесь? Мед тоже вот у нас, смотрите, вот, бессрочный. Бессрочный. Вот это вот отношение людей, которые говорят, ты одень маску или еще что-нибудь, ну, кстати, палец. Это я залез в этот самый, как его, за квашеной капустой. Вот в этом холодильнике напрочь техника безопасности отсутствует. Что у нас здесь еще? Так, сейчас посмотрим у нас, как у нас тортики выглядят, какого числа они здесь у нас. Предъяви сначала документы, а потом ходи и проверяй. Поставь на место, открыл мороженое. Предъяви документы, что ты имеешь право. Козел. Вы что, дикая, что ли? Я дикая. Как тебя выпустили из дома? Как тебя выпустили в общество? Как тебя сюда выпустили? Как тебя продавцом устроили-то? Руденко Анна Васильевна, как она тебя здесь вообще содержит? Или это ты, наверное, да? Твоя фамилия? Твоя фамилия, что ли? Я хочу торт приобрести. Сейчас посмотрю срок годности у него. Так, срок годности. Да кто ты такая, чтобы я тебе документы предъявлял? Русский, вот мои документы. Русский я, русский. Русский. Я хохол. Кто? Кто? О. Антисанитария вообще конкретная. Мы сейчас еще заморозку проверим. Чувак, вот оно на бульон. Ой, это куриные грудки. Это сейчас варить на бульон, на суп. Ой, ребрышки. Я в шоке. Это же ребра мясные. Говядина? Нормальная, но свежая. Нет. Вообще, как шашлыки. Да, шашлык, шурпу можно сейчас. Вот, заморозка у нас тоже. Заморозка у нас Господи, тоже прям. Если есть баба, дай бог, чтобы она тебе выжала. Ребята, смотрите, какой у нас здесь контент вообще конкретный. Вот пакеты у нас. Ой. Да, вот, надо убрать это куда-нибудь, ликвидировать. Ну, заставь меня купить. Ты ж мне ничего не продаешь. Вот. Да. Ну, вот, значит, убирай отсюда все это. Это у нас. Это у нас. Я сейчас, блядь, по голове тебе уберу. Я по голове сейчас уберу. Вот еще. Давай. Это точно. Ну сядешь, ё-моё. Под старость лет посидишь, ё-моё, что. Два раза угадал. Да? Бессмертная, что ли? Зашел, ребята, за йогуртом. Тут дикари, оказывается, на рынке. Они настолько одичали, что они просто они бессмертными себя чувствуют. Материться нехорошо. Не надо мне. Вот. Материться, ты будешь привлечена к ответственности. Ты что думаешь, что ли? Бессмертная, иди что ли? Отсюда, а? Бессмертная, иди что ли? Отсюда. Бессмертная, иди что ли? Отсюда. Нет. Я смертная, как и ты. Да? Да. Кто еще быстрее сдохнет, да, еще неизвестно. Да, вот сейчас еще мужчины еще подойдут. Ты достал уже всех, достал. Да? Идиот. Чем? Да? Да. Еще что я? Еще да. Кто я? Да потому что козел, настоящий козел. Еще, вот еще. Мужика говорит, еще, ты да? Козел. Нормально, да, мужчина? Я из-за прилавка вышла, тебя оскорбляю. Да? А я тебя оскорбляю? И как еще как? Пирожки она руками берет. Берет с этого тазика и складывает их сюда. Все. Да у меня на камеру врет. Есть что-то там. Я все-таки не рекомендую их брать. Пакеты, мы пакетами берем, не ври. Но тебе это не касается брать пакетами, потому что у тебя свое право. Все пирожки перелапала руками, и потом сейчас идет еще на кассу. Ой, пойдет. Пиздец, как ты любишь пиздеть. А, на камеру, наверное, да?
покажи, где я пила. Да тебе-то ничего тоже показывать. Покажи, покажи. Тебе уже бесполезно что-то показывать, доказывать. Покажи, вот, ну, мужчина, покажи, что я все пирожки перелапала. Да и моего слова достаточно. Давно, достаточно. Кто ты такой, чтобы твое слово достаточно? Достал. Вам придется поверить мне на слово. Да? Иди отсюда. Капуста тоже, вон, смотрите, беру, сую туда, меня, сую капусту, у меня вон по рукам вентилятор, бах, ё мою. Что вы хотите? Да. Пирожков, пирожков, наверное, малыш, хотел, нет? Иди отсюда, говно. Ни одна баба жить с тобой не будет, это попомнишь мои слова. Ну. Потому что ты вот такой противный. Да? Я противный? Стоишь уже полчаса. Я обычный покупатель. Ну, я йогурта зашел взять. Тоже, наверное, просроченными. Давай, давай. Давай, звезда. Картошечки, картошечки здесь нет. У меня там уже, наверное, все кипит там. Кипит у меня все здесь, наверное. Все кипит у меня. Сытный бульончик, ребятки, уже вспенивается. Вот. Как жирненько, жирненько, постненько. Интересно, что же из этого получится? Видимо, мне придется сюда добавлять вот эту морковку с помоечки, ребятушечки. Вот она. Вот морковочка была найдена с вот этими косточками. Это кто-то уже бульон готовил, кто-то, ребятки, делал бульон этот. Я ее буду использовать.